Всем здравствуйте! Вы на канале «Пиратская жизнь» в самом счастливом лучезарном канале на Ютубе. Да, мы всегда довольны и счастливы, потому что мы очень хорошо кушаем и много, потому что мы любим пожрать. Покушать. Извините. Некультурно выразилась, мы очень любим много покушать, да, ребятки. У нас сегодня завтрак, у нас сегодня, смотрите, яичница из двух яиц, да-да-да. Яичков. Да, у нас бутерброды с красной рыбкой. У нас клубничка на завтрак. У нас винегрет, который у нас стал постоянным гостем нашего стола. Да, и у нас вот еще детокс. Детокс. После вчерашнего шампанского детоксируемся. Шваван, давай. Тоже со мной. Детоксируйся. Мы пьем полисурп. Да. А он говорит, так всю вакцину вымоешь. А я говорю, ну вот, я все негативные действия всей этой вакцины все промою. Так что давай, выпей. Давай. Твое здоровье. Вообще-то перед едой это делают. Да-да-да. Да, тут вам он уже за полчаса наедает. А не так, как ты. Я так. Я вообще живу не по правилам. Ваше здоровье, мое здоровье. Наше. Да, наше, кстати, ваше. Как мне одна женщина сказала, наше, ваше. Нельзя говорить ваше здоровье. Типа ты отдаешь этим свое здоровье кому-то. Интересная теория. На здоровье. На здоровье. За здоровье. Яишенка. Что-то я решила так много всего. Вот пару яичек жареных мне очень хотелось. Самое оно, да? Самое оно, да. Тепленькие. Кстати. А что-то, кстати, слышишь, что нам не звонят по поводу авилокода. Надо мне самой позвонить. Потому что насчет ковра. Не звонят. Перезвонит. Как мне сказал молодой человек, что мы вам обязательно позвоним, потому что нужно будет решить вопрос с ремонтом ковра. Да. Что-то как-то не звонят. Я думала, сразу позвонят. Или потом мне по факту скажут, что там, типа, с вас там 3000 рублей. Все. Дополнительно. За оверлок. Давайте еще чайку тоже налью. Чтобы тебя подостыл. Угу. Молочный лун. Очень вкусный чай. Тем более под такие бутерброды. Кайф. Вот смотрите, два куска рыбы и целый он этот. 4 бутерброда. Я, кстати, этим сыром намазала. Да. Который вчера купила Виола. Сейчас забирай. Ну, он Хохланд. Ну, Хохланд, Виола. Кстати, там почему-то было две разных упаковки этого сыра. Я сейчас даже подумал, подделка, что ли? Причем рядом. В смысле? Да там, короче, две упаковки Виола лежало. Разных цветов. Ну, у одной одно оформление, другой другое. Я смотрю, такая, блин, подделка, что ли? Ну, производитель один, Виола, просто разный дизайн. Вот эти из разных партий сыр. Ну что, вкусно? Как тебе винегретик с майонезом? Спим, потянет. Спасибо, девчонка, что напомнили. Чтобы ты купил его, да? Ага. А потом Вован стоял возле него. Говорит, ну купи майонез. Хорошо. Три часа. Надо новости посмотреть. Что там сегодня Путин калякал? Мы же пропустили все, как всегда. Может, он еще до сих пор. О, кстати, да, он обычно там это. Он... Да, связано с. Кстати, походу, да. Глобальное потепление. Он же у нас это глобальный спикер. О, Альфа-банк. Одобрили, что там? Их накопились уже там. Кредит. Миллиарды. Опять. В атмосфере. Господи. Нафига мне эти кредиты от Альфа-банка? Сколько он мне одобрил? Одобрили вам вторую кредитку. Блин, опять это вторая кредитка? Они задолбали уже с ним. Я же уже сказала, не нужен мне ваш кредит. Господи, ну как вот просто надоели? Ну как надоели? Как людям объяснить? Прикиньте, там, мне один раз звонили, говорят, девушка, здравствуйте, у нас есть для вас предложение. Я такая, какое? Вам одобрен кредит. Я говорю, до свидания. Я говорю, вы же даже не дослушали. Я говорю, девушка, мне кредиты не интересны. Я живу по средствам.
как это такое у вас может быть? Я говорю, вот так. И положила трубку. Господи, как я устала, постоянно звонят, как кредит предлагают. И причем они мне так, вам одобрен, как будто, типа, знаете, прям вот у меня одолжение кто-то делает. Прям счастье приварило, да. Кредит одобрен. Что у меня в кабалу, блин, пытаются за это поставить. А я отказываюсь, вот еще такая. Удивляюсь себе, а что ты отказываешься? Смешные. Он сейчас вторую карточку втюхивает. 100 дней. Не, кстати, вот эта карточка Альфа-банк 100 дней очень удобная. Очень удобная. А там реально, честно, 100 дней. У меня большой плюс, что можно снимать на Альфа. Да. Пусть у нас знатный стрим. Не удивлюсь, я часов до 5, до 6 будет. 4 максимум. Ну, я помню, как-то трансляция была. 5 или 6 часов. Вот что значит стример. О. Учитель. Мне нравится Путин. Тоже весы. Тоже весы. Я люблю все воздушные знаки. Тоже стример. Да. Тут вот разговариваю с Олюшкой. Олюшка, привет тебе, если будешь смотреть. Она близнецы, кстати. Слышишь? Вот. И девочка тоже. Ира. Айрон Манда. Майдан. Да. Она тоже, кстати, близнецы. Ну, правда, я с ней разговаривал, что Оль сказала. Мы близнецы. Я говорю, во, воздух-то тянется друг к другу. Кстати, Оля, будешь плохо себя вести, будешь о нас плохо обзываться, я тебя опять модератором назначу. Да-да-да. У нас воспитательные меры. Назначаем хейтеров модераторами. Чтобы вы узнали о себе все самое лучшее. Да. От других хейтеров. Да, кстати, реально, мы тогда на нее гнали. Так поржала вообще. Постоянно, знаете, на стриме кто-нибудь скажет, «Слышь ты, Найтбот, задолбал уже!» Сидишь, ржешь, господи. Там еще на одну порцию салатика осталось все. Но я уже, видишь, его делаю с майонезом. Мне, кстати, больше нравится с майонезом. Ой! Ой! Что-то дяденьки там где-то одного. Кого? Сладова. Что бывает? О, смотри, как красиво. Смотри, как красиво. Солнышко. Ты сыр изгрязнила? Ты можешь его не трогать. Я ничего, виноват, что ли? Я тебе подставляю, в итоге сама плюхаю. Да-да-да. Но если ты даже тут умудришься, на свинячий. Да. Хочешь? Нет. Не хочу. И так вчера за ним полвечера отмывала. Сказочница. Ну что, Вован, соберешь мне кресло, а? 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 Сам соберешь? А давай так, я тебя вообще трогать не буду. Я просто буду снимать и наблюдать. Даже советов давать не буду. Я сильно постараюсь не давать советов. Ну когда ты? Ну сюда. А? Рот откроешь и будешь все делать сама. Давай лучше я сразу сама сделаю. Все, ты только держать будешь. Между тебя грубая мужская сила. Я стоп-камеру. Ну, кстати, у меня стало полегче. Смотри, меньше красноты, да? Рассасывается. Ну да. А у нас какой сегодня день, получается? 5-й. Да? Мы 25-го сделали. Дневничок надо заносить. 5-й день. Нет, дневничок 1-й, 2-й, 3-й, потом на 7-й. Там прям по датам расписано. Нет, 5-й там нету. Серьёзно тебе говорю. Там на 7-й день. О, видишь это? О, кстати, я же задавала вопрос. Может быть, я даже туда попаду. Да-да-да. Что-то задавала. По поводу вакцины. Будет ли она сертифицирована? И отменят ли двойные ПЦР-тесты по возвращению туристов? Спасибо, что собрал.
Там салата, по-моему, двоих. В итоге Вован тут пристроился. Чуть такой собирает. Это тебе жалко, да? Да. Жалко пчелки. На. Ну теперь дай. Вообще, объедает. Вообще, вообще. Ну, возьми ложечку, даешь. Так будет лучше. У тебя тут больше вилка ковыряет. Там еще есть салат. Вот ты спрашиваешь, что ты делаешь две тарелки? Потому что с этим человеком нужно делать сразу две тарелки. Вчера он не ел его нифига. Не хочу, не хочу. А сейчас он напал. Сейчас мы на них там-то повкуснее. Знаю. Ты же хотел почему? Я говорю, туда селедки накрошить, или вот на рыбы. А тебе что, ленивые селедка под шубой? Mm-hmm. Понимаешь, как мы делали роллы-то? Тоже в салатнице. Кстати, надо так сделать, вообще классно получается. Не надо крутить роллы. Помнишь салат а-ля роллы? Муа! У нас, по-моему, где-то на канале было. Такой рецепт мы делали. Здорово. А просто с размежеванием границ. Mm-hmm. Это про Армению. Двойки. Mm-hmm. Слушай, а со скольки он коллег? Ну, все с 12, да? С 12. Ну, то есть уже 3 часа. Мало. Мне интересно, а если он в туалет хочет? Там перерыв бывает? У него памперс одет. Че, серьезно? Шучу. А у девочек? Ночные прокладки. Я шучу. Не, ну 3 часа. Ну это тяжело. Он же ничего не пьет там. Не, у него водичка стоит. Ничего, он же не постоянно пьет. А если он кушать захочет в этот момент? Да, я за него постоянно переживаю. Вдруг... Вон, видишь, у него кружка стоит. Mm. Эти кружки потом в Китае разошлись миллионами. Угу. Ну, по-моему, там... изначально было из Китая, не? У меня там кофе или чай. Мне там кто-то писал. Ой, Путин уже давно там обколотый в плане вот этого. Да, да. Ну, знаешь, это типа ботоксом. Угу. И чё? Он плохо выглядит. Я считаю, шикарно выглядит мужик. Ему уже почти 70 лет, блин, а выглядит лет на 50. Вот честно. Девочки, вот знаете, вот... Не было бы Вована и был бы рядом Путин. Mm-hmm. Вот с удовольствием была бы с таким мужиком. Да. Мне нравится очень Путин. Мне даже, знаете, честно признаюсь, у меня снились сексуальные сны, и Путин был там в главной роли. Нет, без прикола. Без прикола, без ха-ха. Да. Я считаю его таким, знаете, мужественным человеком. Да. Я когда читала это, знаешь, сообщение там про Кабаева-то. Помнишь, оно там же? Я не знаю, правда, нет. Там байка, помните, ходила несколько лет назад, что он типа там ребенка там задел вот это. Ну, Кабаева вот такая, о, Алина. И Путин такая, о. Я представила себя на месте. Кабаева. Ну так. Что, калякает? Так. Как тебе с сырочком? Прикольно? Получилось. Нормально. Ну, вот Вован. Вот что Путин вежливый. Угу. Мужественный мужчина. Да, Вован. Да, да. Мужлан. На себя поведет. Он хорошо выглядит. Реально мошежек нет. Прикольно. Сыр, значит, с тмином или с кинзой. Прикольно. Какой кинзой? Ну, травка какая-то. Вкуснятина. Клубничка. И чё, слон? Наел, что ли? Ну правильно, сожрал весь винегрет. Сидит один. Пока я тут яичницу тут пилю.
Я тоже пилил. Да, конечно, ты... Там она кончилась. Я начал пилить. Не вредно. А ты слишком долго пилил. Да. Свою яичницу. Вот так и говорят. В большой семье клюв не щелкает. Вот так вот. А в нашей семье этого делать нельзя. Вот вчера не ел. Сегодня он, смотри, как замел душу. Вот, вот, вылетает. У тебя, кстати, вообще прям ничего не осталось. У тебя здесь место горячее. Здесь. У тебя нет красного, но здесь место горячее. Да. Угу. Тоже здесь. Вот тебе здесь, у тебя прям беленькое. Почему-то белое у тебя осталось. Вот, кстати, у тебя вот место. Никого. Ну, тебя не видно. А у меня прям вот четкие границы, контуры. А у меня не четкие. Честно, после второй такая же фигня. У тебя там на работе никто не говорил по поводу рюкзака? Не говорили? Только температура, да? Да. И рука болела, да? Да. Один вот должен. Да. 25-й был делать. Второй. Да. А нам еще не скоро. Нам 16 июля. Он будет делать второго. Должен. Ну, как я поняла, там не обязательно. Им 16 июля делать. Там до 2 месяцев разрыв должен быть. Я просто думаю, это твой второй день. Может быть, стоит в следующий раз и в первый день сделать. Можно. Потому что если там будет один день восстановления, ну как бы такое себе. Потом тебе на работу. Спасибо, я предлагаю. Хотя не факт, что тебе надо быть на работу. Может быть, успеем тебе операцию сделать. И ты будешь незаконно. Нет. Ну, ты говоришь, это модераторы сидят. Да, что модератор. Там уж точно не проскочит. Не один. Интересно, хоть кто-нибудь задавал вопрос, как матные? Да. Да ты, твою же дивизию. Главное, в хоккей вылетело. А, наша вылетела? Бывает. Что вы думаете? Надо им сократить бабло. Да, конечно, им стоит сократить бабло. Мы так к бабке не ходим. Как в советское время. Посадите их вот на паёк. Вот так. На минималку. И все. Правильно, он говорит, забил гол. Начнем бегать. Начнем бегать, да. В противном случае. Вот так вот. Вот, видишь, говорил, бери больше рыбы. Вон тебе 2 бутерброда достаточно. По 2 бутерброда получается. А рыба? Да, 3 было. Ну, куски-то большие. Да и что? И что они стоят? Большом куску и рот радуется. Если бы ты только эти бутерброды съел, да попутно еще и грит, и вишенку. Что ты увлекаешься? Газики вчерашние выходят. Вспоминает меня кто-то. Да. Ну да, прям сидишь и кайф. Свинья за углом. Свинья за углом? Да. Такое выражение есть? Да. Если ты не знаешь, что у тебя вспоминает. Я что, знаю, что? Попробуй клубничку. Ну, что ты выпендриваешься? Стараешься до него, но выпендриваешься. Мужла. Жена ненавистница. Я Жена ненавистница? Почему? Не себя мужлан. Ты не понял, мужлан это когда это да, грубый. Да, да, да. Жена есть совершенно другое. Ну, конечно. Вон, видишь, там ходят. Меняются они. Вижу. О! Туризм. Thank you.
Ну там я была, ну что они меня не взяли? Где ты там была? Ну она показали, мелькнула. Скажите, пожалуйста, почему отдых на российских курортах обходится дороже, чем отдых за границей? Вот. Ага. Фигали. Правильно девушка говорит. А, кстати, я там себя видела. Тихо. В Турции 40 тысяч, а у нас 100 тысяч. 35-40, да, реально Турция. На одного. А сейчас 100. А мы такой в Питер ездили. Да, и то только завтрак. Тихо. Не, она абсолютно... Чё ты начинаешь орать там, блин, дай слушать, она ещё не всё сказала. Тихо. Записывай чё-то. Ну, чё он скажет? Ответ лежит на поверхности. Ведь у нас, к сожалению, на протяжении очень долгих лет просто очень мало денег вкладывалось в развитие наших. Но тем не менее вы все закрываете и заставляете нас ехать туда. Да. Дай салфетку. Одну. Добра. Ладно, ребятки, будем заканчивать. Пошли мы дальше досматривать стрим Путина. Поставим лайки. Подписка. Лайк, сабскрайб, подписка. И донат скиньте. Да. На нас тоже можете подписаться, поставить лайк. Ну и, конечно же, не забудьте, как говорится. Короче, люблю, целую. Ну, а ты мой хороший. Увидимся.